Друзья, одесситы никогда в жизни не потеряют чувство юмора, но могут лишиться дара речи. Так и произошло, когда туристы в море увидели гранату. Абзац проверил, какие еще неприятненькие бонусы прячутся в песке. От мені цікаво, як кеш-місто стало пляжним лідером і чи переможців не виявилось. Дивіться за кілька секунд. Что скрывает под собой пляжный песок? Сию-сию, посеваю, упорткою просветаю. Где есть душевые кабинки, а где люди довольствуются ржавым фонтанчиком? Выглядит отвратительно, честно говоря. И что делать и куда бежать, если на пляже вам внезапно поплохело? А где работник медпункта? Все заколочено. А если мне сейчас плохо резко? Ну что ж, я проведу расследование и узнаю, где же в Украине самый цивилизованный пляж. И в то же время бесплатный. И сделаю я это по следующим параметрам. Значит, внимание. Чистота песка и воды, инфраструктура и, знаете ли, цены и безопасность, то есть наличие спасателей. Ну что, начнем? В Киеве десятки пляжей, но я решил проинспектировать два самых популярных. Венецианский в гидропарке и пляжную зону отдыха на Оболонском. Набережной. В помощь мне профессионал в этом деле, новый директор Плеса. Начнем с гидропарка. Давайте сделаем маленький эксперимент. Давайте пробуем отмерить квадратик 2 на 2 и просеять. Ну вот, приблизительно в 2 квадратных метрах вот столько всего мы нашли. Ну что ж, окурков и камней в песке, к сожалению, предостаточно. Ответственный за пляж чиновник тоже это видит и обещает исправить. Я свой вывод сделал. Что бы мы ни говорили, что песок чистится, нужна техника. Так, с песком ясно. А что там в воде творится? Смотрим, прошли 50 метров. Я уже было обрадовался, ведь дно довольно чистое. Как тут? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так вот, свежая, еще не заржавела, явно вот на этой неделе она здесь появилась. Ну это вот только так ногу можно пробить. Да. Как сюда попала канцелярская кнопка, неизвестно. Переезжаем на Оболонскую набережную. Да, то, что я здесь нашел, меня слегка шокировало. Помимо горы окурков и камней... Ё-моё, слушайте, ну вот... Деньги, неужели деньги? Да не деньги, стекло. И оно может не просто впиться, а сильно поранить ногу. Интересно, при входе в воду также? Я прошелся по небольшому участку пляжа, нашел пробочки, но их здесь немного. И вода достаточно чистая, но местные говорят, что не очень хотелось бы лучше. Грязь Денис объясняет тем, что это и не пляж вовсе, а зона отдыха. Убираются не так тщательно, бюджета нет. Правда, отдыхающие о том, что это не пляж, как-то не подозревали. Это всего лишь зона отдыха. Нет, не знала. Вот. Это полноценный пляж уже очень давно, сколько я здесь живу, столько это и пляж. По этой площадке, вот мы к следующему сезону подготовимся, здесь таки, да, вполне можно сделать пляж. Прям обещание на обещание. Дениса так понесло, что он поклялся даже нанять современную клининговую компанию для более качественной уборки пляжной территории. А что там с чистотой в регионах? Мария. Безкоштовный пляж, я знаю, на 80 километров от Львова, в месте Золочи, осень. Між водорослями заплутались якісь пакети з-під морозива, кульочки вон там. Цікаво, що ж тоді на самому пляжі твориться? Перевірю за допомогою сита. Сію-сію, посіваю, обгорткою освітаю. Та-дам! Ну а ще з недопалком і шкарлупою від насіння. А ось буквально відійшла метр від цього місця посівання. Тут без нього видно вже, що є стакани. Соломинки. Ну, смітять люди. Город на Днепре. Думаете, у нас пляж на пляже стоит? Ничего подобного. В этом году купаться разрешено лишь в 3 местах. Вот это один из 3 официально открытых пляжей на территории Днепропетровска. Находится на отшибе города. Сейчас я его проинспектирую, подозревая, что здесь будет много интересного. Это пляж в районе Приднепровска. Для начала проверка чистоты. На пляже, на первый взгляд, достаточно урн. Но мы же знаем наш народ. Посмотрим, какие сюрпризы таит в себе песок. Вооружаясь вот этим смешным приспособлением, сейчас будем проверять чистоту песка. Вот посмотрите, какая находка.
стекло, причем острое с трех краев. И вот это вот прямо посреди пляжа. Хорошая находочка. А вот и те, кто, по идее, должен убирать песок. Как только мы показались с камерой и начали брать интервью, сразу же началась бурная активная деятельность у работников. А на все мои вопросы сплошные оправдания. Здравствуйте, а вы за благоустройство отвечаете? Мы учим, будем убирать. А что, до этого не убирали? Нет, до этого убирали, давайте, конечно. Давайте так по-честному, просто не справляетесь, большой объем работы. Такой объем людей приходит, в смысле количества. Возможно, и молодежь и бросают, и бьют бутылки. Раза два-три так проходим, убираем. Вы мне можете пообещать, вот если я приеду на ваш пляж, то я ничем не поранюсь, что вы будете более тщательно убирать теперь? Да. Потому что я серьезно нашел очень большой кусок стекла, который наверняка мог бы поранить, ну, вот детскую ногу. Это ж не шутки. Не понимаю вас. Да, мы обещаем, что это больше петь не повторится. А вот заход в воду идеальный, как на морском курорте. Видно, что с дном добросовестно поработали. Теперь проверим, что на киевских пляжах из удобств имеется. Первое, что вижу в гидропарке, очень много урн. По нормативам должны быть каждые 25 метров. Но, по-моему, здесь и того они чаще стоят. Подождите, мне даже интересно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 метров, ну там чуть дальше, там 10, а там 5 метров, ну отлично. Правда, возле некоторых урн странное зрелище. Пивные бутылки сложены в рядочек, Денис успокоил. Так сортируют мусор сами работники, чтобы потом убрать с пляжа и уберечь отдыхающих от битого стекла. Раздевалок тоже предостаточно. Правда, душевых и туалета возле пляжа мы не нашли. Только вот этот фонтанчик. Выглядит отвратительно, честно говоря, я побрел. Я вот посмотрел бы на всю эту ржавчину. Так быть не должно. В ближайшее время это будет исправлено. Но вода здесь удовлетворительная. Она проверена, да? Смотрим чистоту на баллоне. Тут мусорников тоже предостаточно. Правда, некоторые из них выглядят как ржавые консервные банки. Дырка абсолютно. Это даже урной назвать нельзя. Ну вот, можно глянуть, и там просто дырка. Но отмечу, гор мусора возле них нет вообще. Все убирают. Раздевалки на пляже есть. Правда, возле них не очередь собирается. А вот с душевыми и туалетами... Здесь есть туалеты? Нет. Нет туалетов? Нет. Ты здесь постоянно и писаешь в воду? Нет. Нет? А куда ты? Дома? Вот красавчик, молодец. Значит, устами ребенка говорит. Значит, исправимся. Здесь появятся туалеты. Так, перевірю сервіс. Таке враження, що смітників тут більше, ніж відпочивальників, або кожен смітник розрахований на одного відпочивальника. Дивіться, тут, он третій вже, четвертий, он п'ятий, я вже бачу, відніється. Але, схоже, пляжникам це по барабану. Ну, невже так важко підійти? Раз, два, оп, попала. 2 метри до смітника, ну як тут можна так викидати? Роздягалок на весь пляж тільки 2. Ой, тут щось гостре. Коротше, босою я би сюди не йшла. А тут взагалі сюрприз. Дивись. Я знайшла. Це труси? О, ще одні. Люди, не губіть труси. Ну як без трусів іти потім додому? Зависли на дерев'яній парасольці. Хоча вона радше музейний експонат, аніж захист від сонця. Встали? В тіньку. Вийшли? На сонці? Туалети доглянуті, все вибілено, чисто. Душових кабінок я так і не знайшла. На пляже нашел душ, раздевалки и даже спортивную площадку. Зато на огромную территорию я насчитал всего 3 маленьких навеса. И никаких зонтиков или лежаков на прокат. Это же сдуреть можно на солнцепеке. Зову руководство пляжа. Будем разбираться. Мы не можем сделать больше, потому что нас не финансируют. Положено вот вам 3 на 100 метров навесы с зонтиками. Это по нормативам нашим? Да, таким? Да. 3, да, на, да, 3 да, навеса? Да, так что это, ну, 10 человек туда могут лечь? Могут, наверное. Вот туда могут лечь. Ну, вы представляете, вот у вас, допустим, несколько сотен человек на пляже, вот в самый разгар жары, и всего лишь 10 человек могут лежать под зонтиками. Ну, наверное, что это неправильно. Ну, вот они, видите, люди приходят со своими зонтиками.
Важный пункт, без которого отдых и не отдых – пляжная безопасность. В гидропарке она вроде как есть. А что у нас со спасателями? Я вижу табуреточка для спасателя, а где же он сам? Табуретка для нашего волонтера, а сам спасатель находится в данный момент на лодке. Только я вспомнил про безопасность, как вдруг тут оказывается медпункт. Тут тоже претензий никаких. Он стоит прямо возле пляжа, работает и оснащен всем необходимым. Вот это все для неотложной помощи стоит. Видите, спиртики, что? Инструментики, да, бинтик, да, ваточки. Да. Все у нас здесь на стойке. Жгутик, я смотрю, у вас есть, если надо. Интересно, а как дело обстоит на Оболонской набережной? Спасательная станция Киевская. Вот находится вот рядышком. Ничего себе рядышком! Как людей спасать, а? Вопрос! Ведь чтобы их позвать, надо, внимание, позвонить. Звонок идет на 102, он моментально распределяется. Как быстро спасти тонущего, при этом не ясно. Правда, и с этой системой новый директор уже борется. Вот поэтому мы в этом сезоне инициировали программу «Пляжный патруль». Понимаете, когда пляжный патруль дойдет и в Наталку, здесь будет лучше. С медпунктом та же история, что и со спасателями. Где-то там же находится медпункт. Ну вот если ты поцарапал ногу здесь, как туда добраться? И найти тут медпункт, ну, можно вот так, конечно, но... На жаре легко получить солнечный удар, и вам прямая дорога в пляжный медпункт. Кстати, вот он. А где работник медпункта? Тут все заколочено. А если мне сейчас плохо резко? На момент моего приезда спасателей тоже на месте не оказалось. Водолаз в жилетке вальяжной походкой продефилировал к рабочему месту, как только увидел камеру. А это то, что вы отошли, это исключение. Обычно абсолютно. Здесь... Ну, на самом деле пошел попить воды. Все. Пошли попить воды. Ну хорошо, поверим. Ну, правда, долго пили, но не может быть. Дети, там мужчина заплыв за буйок. Мужчина! Вы кого знаете? А мужчина уже назад плыве. На цьому пляжі облаштована ціла рятувальна станція. Пан Андрій працює з 10 і до 7 вечора. Напевно, тому за останні роки не пригадує, щоб тут хтось втопився. Як вас офіційна ваша посада називається? Матрос-рятувальник. Матрос-рятувальник, так? А ви служили десь на флоті? Та я в армії служу. Ми тут здаємо норми, то у своїх майбутніх. А які є норми, наприклад? Поплаву, скільки там проплисти, за скільки секунд. А от медпункту на пляжі, на жаль, немає. Якщо стане зле, треба їхати за 3 кілометри до найближчої лікарні. Мест, где попить пиво и поесть мороженого в гидропарке валом. Сплошные торговые точки. Нам просто интересно, сколько стоит пивко у вас? 14-16. Самое дешевое – 14 гривен. Мороженое тоже недорого – 8 за пломбир. А на Оболоне, на самом пляже, ларьков и кафе нет. Только непосредственно на набережной. Пиво я там не нашел, а самое дешевое мороженое – по 10 гривен. На все остальное цены, знаете ли, кусаются. Вот здесь можно купить бургер за 55, за 45, фрешики, лимонады 20-30 гривен, кофе 16-17. В общем, все, что хотите. У меня с общепитами и общевыпитами туговато. Здесь всего одно кафе. Правда, цены вполне приемлемые. Сколько стоит пиво? 16 гривен. 16 гривен – это сколько? Пол-литра? Да. А мороженое сколько стоит самое дешевое? 8. От 8 гривен. Нормальная цена. Єдине місце на пляжі, де можна купити щось поїсти та випити – ось ця палатка. Морозиво для дітей. Я бачила, що тут асортимент є. Великий. 6 гривень дешевше і найдорожче 20 гривень ріжок. Пиво 0,3 або квас – 8 гривень, а за кіло ковбасок гриль просять 140. До найближчого магазину далеко, тому щоб зекономити, рекомендую запастись їжею заздалегідь. Пора подвести итоги. Начинаю оценивать. Итак, по чистоте у всех 4 пляжей минусы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так вот. Свежее. Еще не заржавело. Стекло. Причем
острая с трех краев. Вот это вот прямо посреди пляжа. По инфраструктуре плюс получает только пляж Приднепровский в Днепропетровске. Здесь есть даже, ой, душевые кабинки. Очень хороший душ, если бы везде так стояло. Чего нет ни на молодежном пляже под Львовом, ни на киевских. По безопасности плюсы получают пляжи в Днепре и Венецианский в Киевском гидропарке. Все для неотложной помощи. Ага. Стоит, видите, спиртики, инструментики, да, бинтик, да, ваточки. Да. Минус по ценам только у пляжной зоны «Наталка» в Киеве. Вот здесь можно купить бургер за 55, за 45, фрешики, лимонады 20-30 гривен, кофе 16-17. Итого, пляжный лидер Днепропетровск. Серебро достается Киеву за пляж в гидропарке. А вот Львовщине придется довольствоваться бронзой.